поэтому спасибо, побегу, ладно, рука болит. Слушайте, а что у вас случилось? Вы просто спрашивали, когда вышли, я упустил. Да я понял, ну упал на плечо, плечо заболело, болело, и я понял, что решили с Ромой Зобниным, что лучше, ну он сам сказал, что говорит, блин, если болит, то лучше не продолжать. Ну это... вопрос у меня подоплёк, вы на Самару выйдете? Ой, пока не знаю, послезавтра МРТ сделаю, потом. Слушайте, расскажите нам, ну, дайте инсайт, переходят ваши приятели Яжов и Яшков сюда? Честно, я спрашивал у них, ну, не, я говорю, я честно спрашивал, но ответа не получил. А что, не открылись у вас? Нет, открылись, но сами сказали сами, что не знают, ну, там, просто вот направили запрос в Спартак, я так понял, ну, это, в общем, тут есть такая информация. Но они хотели бы оказаться в Спартаке? Я не знаю, ну, наверное. Как так получилось, что... Можно я побегу, пожалуйста? Последний вопрос. В перерыве вышли ты и Чернов 2, и Ака из Самары, и игра перевернулась. То есть ты связываешь как-то, наверное, перевалов? Не связываю. Почему? Главное, что она поменялась, и мы забили. Ну, я вышел 2 забили, поэтому спасибо команде, что забили. Спасибо. Спасибо. Надо исправить, чтобы...